Нужна помощь обитателям центра «Велес». Напомню, там живут рыси, медведи, лоси и даже крокодил. В общем, все, кто по каким-то причинам оказался вне естественных условий обитания. Волонтеры центра делают все необходимое, чтобы вернуть питомцев в дикую природу. В тех случаях, когда это еще возможно. Но пока медвежата, лосята и рысята живут в вольерах, им надо питаться. И вот с этим проблемы. В изобилии в кладовых центрах сейчас только яблоки. Не самый подходящий рацион для хищников. Поэтому в «Велесе» будут очень рады гостинцам. Из мясных кура, то есть целиковые, грудки, окорока, либо куриные говяжьи субпродукты. Потом можно рыбу мелкую, но не речную, батоны белые, свежие, детские мясные пирожки. И вот очень-очень нам нужно натуральное молоко козье и коровье. Детское мясное пюре особенно нужно медведю-инвалиду Сене. А Геркулес, например, любят все четвероногие воспитанники «Велеса».